На базе Центра социального обслуживания населения в Славянске-на-Кубани работает школа ухода. В ней основам сестринского дела обучают родственников лежачих больных, людей пожилого возраста. С подробностями наши корреспонденты. Процедуры общего ухода, дезинфекция, наблюдение за изменениями состояния здоровья больного, использование технических средств. Этому и многому другому специалисты Центра социального обслуживания населения обучают всех жителей бесплатно. В нашей школе обучения мы людей учим, как правильно нужно ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами. В школе обучения мы здесь показываем наглядно, у нас есть наглядные пособия. Мы рассказываем людям по каким конкретным заболеваниям, допустим, эпилепсия, какая первая помощь необходима при эпилепсии. Школа ухода работает с 2011 года. За это время обучения там прошло немало славянцев. Так, только за прошлый год знания в области ухода за лежачими больными получили свыше 300 человек. Было проведено 60 лекций и семинаров. Галина Иванова ухаживает дома за родственником-инвалидом. Приходится тяжело, признается женщина. Особенно, когда не владеешь определенными навыками и знаниями. Очень хорошо, что существует такая организация. Люди очень добрые, отзывчивые. Они относятся очень хорошо к людям, покажут все, расскажут, покажут, как обращаться с больным, как обрабатывать раны, допустим, у лежачего больного. Нигде же не узнаешь дома, а здесь все тебе расскажут и покажут очень хорошо. Также при центре работает социальное реабилитационное отделение. В нем работает пункт проката технических средств реабилитации для пожилых людей и инвалидов. Выдаются они во временное пользование от 3 до 6 месяцев. И только при наличии медицинских показаний. Обратиться за помощью и получить необходимую информацию в Центре социального обслуживания населения можно по адресу улица Набережная, 10 или по телефону 7 36 78. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».